Всем привет, с вами Жанна. Готовлю студень из курицы. Мне потребуется курица. Я взяла одно филе, одну ножку и один окорочок. Соль, желатин, белое вино и коренья. Помещаю курицу в холодную воду. Доведу до кипения. Довела до кипения и сниму пену. Солю и кладу коренья. Буду варить на медленном огне до готовности. Курица варила 55 минут. Процеживаю бульон. Пока бульон убираю в сторонку. Бульон чистый благодаря марли и ситу. Немного охлажу курицу и буду разбирать. Распускаю в холодной воде желатин. Бульон отмерила 650 мл и теперь добавляю белое вино. Курица слегка остыла, разбираю. Очищаю от костей. Нарезаю на небольшие кусочки. Курица готова. Подготавливаем. Желатин набух. Можно развести горячей водой или же горячим бульоном. Если желатин не растворяется, то можно поставить на такую бульонную ванну. Желатин переливаю в бульон. Доведу до кипения. Закипело, убираю в сторону. Заливаю форму в дно посуды. Накрываю мясо, чтобы не сохло. Подержу немножко просто в комнатной температуре бульон, потом поставлю в холодильник, чтобы застыло. Первый слой застыл. Постоял чуть более часа. Теперь украшаю. Раскладываю курицу. Курицу подержала в холодильнике. И заливаем оставшимся желатином в бульон. Ставлю в холодильник. Студень постоял в холодильнике почти 3 часа. Thank you.
Студень из курицы готов. На вкус очень вкусный. Приятного аппетита!